Мы совместно с университетом Нурисом и КАМАЗом создали проект автономного движения КАМАЗа в закрытых территориях. Основная цель нашего проекта – это наработка компетенций в области создания технологий беспилотного автомобилестроения. Проект является уникальным в контексте Казахстана и отчасти может быть амбициозным, но пока речь идет о трансфере технологий и наработки компетенций. Часть разработки основана на наших предыдущих разработках в самосвалах, на карьерах. Часть разработки мы производили здесь совместно вместе с ребятами кафедры робототехники и мехатроники. За это время мы успели реализовать алгоритмы компьютерного зрения для определения и классификации препятствий, определения дорожных знаков с использованием методов и подходов искусственного интеллекта. Проект достаточно трудоемкий, в нем участвует порядка 20 человек, большая часть из них это студенты и магистранты Назарбаев университета. С нашей стороны мы предоставили движение, то есть робот может крутить руль, управление педалем газа, тормоза. Таким образом он может совершать движение автономно, без участия водителя. Ребята же со своей стороны предоставили разработку компьютерного зрения. Они использовали различные библиотеки машинного зрения для определения препятствий и объезда, желательного объезда этих препятствий. В данное время мы интегрируем все разработанные алгоритмы машинного зрения и планирования траектории с системой низкоуровневого управления роботизированного автомобиля КАМАЗ в тесном взаимодействии с нашими партнерами из компании ВИСТ. Мы познакомились с ребятами где-то в мае, когда вместе начали работать над проектом. Ребята занимаются софтварной частью, есть также ребята, которые занимаются больше железной частью. Мы обсуждали вместе настройки оборудования, то, каким образом оно должно располагаться, где и как. Дальше со стороны софт-части мы согласовали протоколы общения. Каждый из ребят с кафедры мехатроники занимался какой-то своей определенной частью, то есть разработкой какой-то определенной части софта. И мы общались с ними, обсуждая то, какие проблемы у них могут быть возникнуть, поскольку у нас есть опыт промышленного внедрения, и то, каким образом они могут решить эти проблемы. Я считаю, что у ребят, в принципе, у них очень хороший потенциал в распознавании образов. Ребята хорошо двигаются, очень здорово. Мне кажется, что, в принципе, ребята выходят на такой хороший уровень, имея опыт общения с нами, понимая, как это может быть реально воплотить жизнь, дальше пойдут в зависимости от того, что им нравится, разработка, либо уже в индустрию.